спектакля мы исследуем два пути. Один путь Шарикова, который из собаки, значит, вырастает какого-то человека, монстра, скажем так. И путь профессора Преображенского, который из светила, из гуру. У него в результате этого эксперимента наступает крах. Мы, в принципе, признательны очень фестивалю, мы не первый раз, очень рады здесь бывать. Мне кажется, что у этого фестиваля есть еще такая дополнительная особенность, что на него приглашают руководителей разных театров, и это тоже большая возможность познакомиться, пообщаться, завязать какие-то связи.